Здравствуйте. Очень многие автомобили, так уж сложилось исторически, используются их владельцами совершенно не по назначению. Именно это и произошло с автомобилем Land Cruiser. Несмотря на легендарность и свою замечательную внедорожную историю, 200-я серия, в общем-то, то ли в силу своей дороговизны, то ли еще по ряду каких-то причин, используется владельцами в основном для передвижения по асфальтовым дорогам. Именно поэтому, приехав в Казахстан на презентацию обновленного Land Cruiser 200, мы поставили перед собой задачу испытать эту машину в привычных для нее условиях. Может быть, кому-то вот эта черная, покрытая пылью 200-ка покажется не столь презентабельной и пафосной, но, на мой взгляд, это именно правильное ее состояние. Машина для всех случаев жизни. Ну, а поскольку в самом начале программы я сказал, что 200-ку обновили, то и начну с изменений внешних. Задние фонари поменяли форму, и вместо привычных лампочек в них появились светодиоды. Ну, куда же сегодня без них? Это так называемый тренд. И еще один тренд. Его подхватили буквально все автомобильные производители. Указывать на фонарях или передних фарах название модели или марку автомобиля. В данном случае, видимо, чтобы владелец не забыл, здесь написано Land Cruiser. Повторители поворотников перекочевали с передних крыльев на лопухи зеркала. Многих поражало, что когда появился Land Cruiser 200, головные фары не имели линз. Теперь фары линзованные, они также слегка видоизменены, есть нитка светодиодов, и уже в базе машина может иметь биксеноновый свет. Противотуманки стали круглыми и имеют хромированную окантовку. Ну, а для придания, видимо, солидности, передняя решетка радиатора также увеличилась в размерах. Об обновленном экстерьере вроде все, а вот те изменения, которые произошли внутри автомобиля и не видны глазу, на мой взгляд, гораздо интереснее. Самое важное, что за 3 с лишним миллиона владелец Land Cruiser 200 получает множество опций. Так появилась вентиляция и подогрев сидений. Раньше это была прерогатива только Lexus'ов. Система Crowd Control – новая шестиступенчатая автоматическая трансмиссия, которая агрегатируется как с дизелем, так и с бензиновым двигателем. Естественно, подогрев руля и электрические его регулировки. В остальном это та же самая машина. Да, еще. Теперь дверь багажника можно открыть при помощи брелока или при помощи кнопки, расположенной на консоли приборов. Объем V-образного 8-цилиндрового силового агрегата 4,4 литра. Но это только на мой взгляд. Производитель утверждает, что 4,5. Ну, потому что две последние цифры превышают пятерку. Мощность 235 лошадиных сил. При этом крутящий момент просто паровозный. 615 ньютон-метров. Максимальная скорость 210 км в час. Разгон до сотни невелик – 9 секунд. Расход топлива – 10 литров. Но что вы хотите от машины весом в 3 тонны? Как и должно было быть, Land Cruiser 200 обладает довольно мощным внедорожным потенциалом. Ну, тойотовцы, в принципе, являются заложниками ситуации. Дело в том, что с момента появления в 50-х годах первого автомобиля с таким названием, собственно говоря, автомобиль обладал очень хорошими внедорожными качествами. Сейчас, несмотря на то, что машина уже считается ближе к премиальному сегменту, тем не менее, в общем-то, она продолжает оставаться внедорожником. Из минусов, и я объясню сейчас почему, автомобиль получился очень тяжелым. Беда всех больших внедорожников в том, что при прохождении особенно таких препятствий, вот как в данный момент мы находимся на песчаных дюнах, то, что машина, в принципе, очень сложно входит в песок, и из-за этого можно столкнуться с массой проблем. Что касаемо внедорожного потенциала, достаточно перевести рычаг селектора автоматической трансмиссии. Кстати, она новая, это шестиступенчатая коробка передач с понижающим рядом. Можно активировать пониженный ряд этой трансмиссии или выбрать один из режимов, который предусмотрен самим производителем. Ну, сейчас мы
едем в режиме драйв. Стоит у нас система, которая она аналогична всем современным электронным системам, которыми снабжены все внедорожники на сегодняшний момент, большинство из них, особенно которые относятся к премиальному сегменту. Сейчас у нас стоит управление автомобилем для песка и грязи. То есть машина сама выбирает программу, по которой она будет двигаться. Контур гидравлический, который позволяет и расслабляет амортизаторы в зависимости от поверхности, на которой вы в данный момент движетесь. И, соответственно, как бы машина, в принципе, очень уверенно движется по тому же песку. Но, как я уже говорил, из-за очень большого веса можно столкнуться с проблемой. Во-первых, она не очень хорошо прыгает. Вот вы видите, сейчас был достаточно большой прыжок, тем не менее, мощности 8-цилиндрового дизельного агрегата, объем 4,4 литра, хватает вполне для того, чтобы очень уверенно набирать скорость и преодолевать какие-то препятствия. В данный момент вот мы движемся на дюну с очень глубоким песком. Автомобиль, в принципе, уверенно движется вперед и заблокировано, я скажу, только межосевой дифференциал. В остальном программу управления всей полноприводной трансмиссией выбирает в данный момент сама машина. Смешанное покрытие, которое встретилось нам во время этой части тест-драйва, это ракушечник, песок, причем очень коварный песок. Дело в том, что из-за некой прослойки ракушечника он очень напоминает болотистую местность. И из-за этого надо очень четко дозировать усилия на педали газа, постоянно держать определенную скорость и выбирать правильную траекторию. Иначе ошибка может быть фатальной. Дело в том, что автомобиль может безвозвратно зарыться в песок и сесть на брюх. Казахские степи только на первый взгляд могут показаться ровными, словно поверхность стола. На самом деле это не так. Они испещрены множеством дорог, причем в разных совершенно направлениях. И тут нужно быть осторожным, потому что колея перпендикулярной дороги может быть очень глубокой и резко пересекать дорогу, по которой движешься ты. Двигаясь особенно по незнакомой трассе, на мой взгляд, это идеальная дорожка для теста этой машины. То есть можно посмотреть, как работает подвеска, понять, насколько она эргономична. Я могу сказать, что все-таки Land Cruiser, особенно последних поколений, он становится все больше и больше заточен для езды по асфальтовому ровному покрытию. Да, когда мы двигались, дороги, к сожалению, в Казахстане не самого лучшего качества, они также изобилуют ямами. И, в принципе, машина, благодаря своему весу, большим 18-дюймовым колесам с большим профилем, она, в общем-то, справляется с задачей перемещения именно по трассам из пункта А в пункт Б на все 100%. Автомобиль именно из-за своего веса, он практически поедает все эти ямки и неровности. Здесь ситуация несколько иная. Хода подвески и, в принципе, та гидравлическая система, которой снабжен этот автомобиль, которая позволяет определять поверхности, по которым он движется, и, естественно, изменять геометрию подвески. Если мы движемся по ровному асфальту, то есть крены кузова будут минимальными и хода подвески уменьшаются, здесь ситуация иная. После того, как система понимает, что амортизаторы идут на пробой фактически, контур гидравлики изменяет программу и увеличивает хода. Но увеличивает их, к сожалению, незначительно. 8-цилиндровый дизельный силовой агрегат объем 4,4 литра отличается, кстати, завидной экономичностью. Ну вот в таких режимах, в рваном режиме, к которому мы движемся в данный момент, расход топлива на сотню, который показывает бортовой компьютер, я специально обнулял перед началом движения его, он показывает 12,9 литра. Для столь тяжелого автомобиля и такого объемного мотора, в общем-то, это очень-очень неплохой показатель. Кстати, понравилась мне работа и новой шестиступенчатой трансмиссии. Она очень вовремя и, главное, плавно подтыкает нужную передачу. В этом смысле автомобиль действительно очень и очень выигрывает.
Ко всем новомодным приблудам и примочкам, которые устанавливают современные автомобили, я отношусь с большой долей скептицизма. Но могу сказать честно, вот то большое количество камер, которое установлено в Land Cruiser 200, оно, в общем-то, оправдывает свое назначение, и мне показалось, что это действительно очень полезная и нужная опция. Ну, о камере заднего вида, которая включается при движении автомобиля назад, я говорить не буду, вещь действительно очень удобная. Самое главное, огромный плюс, несмотря на то, что она вынесена наружу, она не загрязняется. Это огромный плюс, потому что вся машина, как вы помните, в песке. Камера, тем не менее, пока она отличная, контрастная, очень хорошего качества. Но камеры, установленные на решетке радиатора и с правой, и с левой стороны, также может являться, в общем-то, большим подспорьем, особенно при движении по пересеченной местности, изобилующей камнями. Вот здесь их достаточно много. Она выключится при 10 км в час. Сейчас я иду порядка 5 км в час. И я вижу, что находится непосредственно перед автомобилем и с правой стороны. Ну, слева всегда можно выглянуть и посмотреть, открыв окно. А справа, в общем-то, панорама дороги и то, что находится под ней. Более того, синей шкалой указаны габариты автомобиля, причем полные его габариты вместе с зеркалами. Это удобно, особенно если вы движетесь, предположим, по такой каменистой местности или в лесу. Главное то, что машина, на мой взгляд, все-таки получилась довольно интересной. И самое главное, что инженеры все-таки не пошли на все 100% на поводу у маркетологов, превратив этот легендарный автомобиль в паркетник. В заключение могу сказать лишь одно. При легком налете гламура, которым, в общем-то, снабдили обновленный Land Cruiser 200, он продолжает оставаться, в общем-то, настоящим проходимцем, в хорошем смысле этого слова. И это не может не радовать. Особенно состоятельных любителей внедорожной езды, которые, тем не менее, предпочитают и любят комфорт. Всего вам доброго. До свидания.